Ты мне еще закрути гуси. Смотри, какая она красивая. Ты шлейка такая же. Нам прислали. У него индивидуальная под цвет шкуры амуниция теперь. Скоро Ёша такая же придет под ее цвет. Спрятала рожу. Ай-ай, мягче. Да, болит еще? Болит еще, да? Кусается, но руки целы. Бьет больно. Ебастая собака. Зубастая. Зубастая. Не скулим. Сейчас всех кормить пойду ужином. Ай! Маруку взяли в заложники. Мятинки на коже оставляет. Аккуратно! Так, Сим, не бубним. Не делай так больно. Ну, чего ты хватаешь сильно? Тихо, блин, Сим. Винни пришел ругаться, чтобы не кусал меня сильно. Смотрите. Винни человеч. Он ругается, но в рамках. Показывает Кванту, что он не прав. При этом, если начать гонять Кванта по комнате, ну, типа, дурачись там и делай вид, что ты собираешься наказать, ну, или как когда он сегодня чашку опрокинул, вполне себе давая по жопе, тихо, то этот говнюк, который сейчас на Кванта рычит, начинает рычать на того, кто гоняет Кванта. Да? Да? То есть, типа, он как бы считает, что он может по делу ругать ребенка, а нам нельзя, ребенок же. Ты зачем с диван жрешь? Лиса. Нет, лучше диван. Лучше диван. Ему не больно. Силу ты нифига не соизмеряешь. Тихо! Время ужина, все вопят. Сейчас пойду кормить. Живот не кусай. Живот не кусай. Акула, блин. Живот не кусай, а животу больно. Сейчас спадет. Кошак безумный. Вот такой у нас вечер. Вечер. Сегодня на участке убрались. Скатили последний покос.
выкинули еще до хрена яблок. Вот. Все, на обнимал.